Всем привет! От нас с Кузечкой. Вот Кузя сидит. И, да, по-моему, сейчас уже будет лежать. Угу. Мальчик проснулся вместе с мамой в половине 11 утра. И даже вообще гулять не собирался. И сидит такой сонный, вообще не понимает: мам, ты зачем меня выгнала? Вот, представляете, до чего мы дошли с Кузькой. Решила для вас видео снять. Как доказательство, что мы здесь, мы с вами. Мы такие же заложники. Мы вот Кузькой кур выпустили. Они правда, разбежались у нас. Да, Кузь. Ходит, что-то клюет. Вон одна курица бегает. Вон еще бегают, что-то гребут. Тут еще вон две. Ну, в общем, сад в ноябре. Ну, такое унылое зрелище. Поэтому особо сильно как-то и снимать ничего не хочется. Вон яблоки какие-то висят. Да, Кусь? Кусь? Да, Кусь? Да? Ну что, мы спать пойдем дальше? Еще не знаю. Да. Я еще не решил. Ну, гулять вообще настроения нет, да, Кусь? Не выспался-то сегодня, чувствуется. Вот, ну, не доспал. Да. И непонятно, зачем вообще вы выгнали на улицу? Да? Зоя-то моя Зоя. Мою Зоечку. Ну что, дорогие мои, всем сил, ума, да, от нас с Кузей, мира, добра. И терпения, наверное. Ну все, пока-пока.